слово. Это же немилосердно. По-моему, в той книге, которую вы почитаете, в Нагорной проповеди, Иисус Христос говорил о том, что, ну, если оскорбляют, подставь другую щеку. А вы говорите, бить по роже. Не кажется вам, что это не православно? Нет. Грешновато. Ну, опять же, видите, термин «грешновато» придумали больные либерасты. Подождите, ну, поэтому я могу сказать одно, что когда тебя, когда тебя оскорбляют лично, ну, ты должен это пропустить. Ну почему ж по роже-то нужно бить человеку за то, что он на платье что-то пошутил? Когда трогают твою семью, когда трогают твою родину. Виталий Валентинович, вы сказали, если скажут про платье в церкви, я дам по роже. Да, когда трогают церковь. Ну вам кажется, это очевидно? Когда трогают церковь. Христос не давал по роже, даже когда его на Голгофу вели с крестом. Да, а терпел страдания за всех нас. Если вы православный человек, зачем же давать по роже? Ну улыбнитесь, отнеситесь снисходительно к человеку, который так воспринимает обряды. Курс чтения лекции «Неолиберальное представление об учении Христа». Расскажите мне, какое, может быть, я ошибаюсь.